привет! Вы на канале Футбол Ньюс и рубрика «Футбольный аналитик» возвращается. В сегодняшнем выпуске мы разберем матч 25-го тура Испанской Ла Лиги, в котором встретились Севилья и Барселона. Готовы? Тогда поехали! Перед этим матчем каталонцы находились на первой строчке в турнирной таблице, и даже поражение не помешало бы им остаться в лидерах. А вот у команды Пабло Мачино все было гораздо критичнее. В случае неудачного исхода они могли опускаться с 4 на 7. И Эрнесто Вальверде, и Пабло Мачин выпустили основной состав. Начало матча выдалось очень насыщенным на моменты, но, что самое интересное, явного доминирования Барселоны заметно совершенно не было. Футболисты Севильи аналогично своим соперникам старались держать мяч при себе и ни в коем случае не давать соперникам. Но сыграло это на руку лишь красно-белым, ведь на 22-й минуте хозяева открыли счет. Да-да, вам не послышалось, подопечные Пабло Мачино первыми забили в этой встрече. Квинси Промес положил начало этой атаке, а Бен Йедер успешно ее завершил хлестким ударом в дальний угол. Но, как говорится, недолго музыка играла. Лионель Месси возомнил себя Зинедином Зиданом и повторил, наверное, лучший гол француза в карьере. Аккуратно в девятку 1-1. Большинство команд Испании после такого просто сложа руки смотрят, как Месси продолжает вколачивать им голы. Но Севилья явно не входит в эти ряды. И они решили, что... А давай-ка мы выиграем в этом матче. И вот конец первого тайма. Габриэль Меркадо вновь выводит Севилью вперед. Пабло Сарабия догоняет мяч у лицевой, простреливает на Габриэля Меркадо. И счет становится 2-1. Каталонцы вновь в роли догоняющих. В начале второго тайма Эрнесто Вальверде выпускает на поле Усмана Дембеле. И уже через 20 минут после этого радуется тому, что это была результативная замена. Усман отдал идеальную передачу на Лионеля Месси и... Ну вы сами понимаете... Опять гол в девятку. Браво. Второй пропущенный гол окончательно разозлил футболистов Севильи. И они на всех скоростях помчались в атаку забивать третий гол и вырывать победу в этом матче. Но оборона сине-гранатовых работала как часы. Но вот уже через несколько минут Севилья пропускает. И делает это, угадайте, кто? Правильно, всеми любимый аргентинец Лионель Месси. Красиво обыграв Томаша Влацка. 2-3, и вот уже Севилья должна догонять. Но сделать им это не удалось. И нет, не потому что прозвучал в финале свисток, а потому что Луис Суарес доводит счет до разгромного. 2-4. Уругвайец воспользовался передачей Лионеля Месси и идентично аргентинцу положил мяч в ворота Томаша Влацка. 2-4. И вот уже после этой атаки прозвучал финальный свисток. Самое время подвести итоги. Во-первых, этим матчем команды доказали, что даже несмотря на уход Криштиану Роналду в Ювентус, Ла Лига может и будет удивлять. Ну и во-вторых, лучшим игроком матча становится Лионель Месси. Мне кажется, здесь даже без вопросов. Всем спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал и не забывайте о главном. Любите футбол. Пока!